Игромания представляет. Хорошая ролевая игра примечательна тем, что мирным занятиям в ней уделяют не меньше внимания, чем ратному делу. Так получилось, что в большинстве игр жанра все приключения сводятся к дракам. Занимательным или не очень, но в любом случае от кровопролития не отвертеться. Терриан Сага из этого ряда выбивается. В этой скромной игре от не менее скромной канадской студии бои — это факультатив. Как в каких-нибудь Settlers, или если искать пример именно среди онлайновых ролевых игр, то Worm Online. Если хотите, что ж, палец в руки и в бой. Но зачем, когда есть масса других занятий? Terriian Saga — это игра в первую очередь для упорных ремесленников. Здесь две группы боевых навыков и 10 мирных. Отрасли вполне традиционные для ролевых игр в фэнтезийном сеттинге. Обработка дерева, камня и металлов, охота, сельское хозяйство, швейное дело. Но есть и несколько менее типичная научная отрасль или, скажем, шпионское дело. Экономика игры призвана вовлекать людей в производственный процесс. Вот, например, простой топор. Чтобы его смастерить, потребуется труд уймы ремесленников. Лесоруб должен раздобыть деревянную чушку. Плотник – выстругать рукоять. Для этого понадобится лезвие, которое делается кузнецом. А тому сырье должен предоставить рудокоп. Разделение обязанностей помогает сплочению игрового сообщества. Люди объединяются в гильдии, кооперируются, сообща делают разные вещи. Никто не запрещает закупать материалы на общественном рынке, куда поступают изделия от других игроков, и самому отправлять туда готовый товар. Или наоборот, снабжать других мастеров сырьем или инструментом. Как и во многих больших ММО, в Terriian Saga разрешают строить собственное жилище. Получаете лицензию и строите милый дом своими руками. Это может быть непросто, потребуется много ресурсов и времени. Зато взамен имеете место для отдыха, хранения пожитков, найма работников и вообще домашний очаг. Остальное в меру традиционно для онлайновых ролевок. Исследование локаций, квесты, подземелья. Но уж если выхватили меч из ножен, приготовьтесь к неожиданному разочарованию. Боевая система Terriian Saga не устроит бывалых героев. Верхняя строчка — для наших бойцов, нижняя — для вражеских. Все, что делаем мы, выбираем цель для каждого из подчиненных. Можно стукнуть неприятеля, а можно защититься. В таком нехитром порядке и проходят зачистки подземелий. В духе настольных игр. По карте ползает фишка и собирает все, что плохо лежит. Terriian Saga — игра даже более размеренная, чем другие браузерки. Действия редко занимают больше 20 минут, но их порой требуется очень и очень много. К счастью, любые операции разрешают группировать, а одинаковые так и вовсе сливаются в одно действие. Terriian Saga сочетает в себе интересную безуровневую систему прокачки, богатство родов занятий, приятную рисовку. Боевую часть, конечно, не помешало бы подкрутить, но и без нее Terriian Saga наверняка привлекает немало игроков, которые устали от напряженных драк.